Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как заблокировать кого-то в Snapchat. Для начала откройте приложение Snapchat, затем перейдите в ваш профиль и затем в раздел «Мои друзья». Далее выберите того, кого вы хотите заблокировать, откройте его страницу, а затем в правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки и выберите пункт «Заблокировать». Подтвердите «Заблокировать». И таким образом вы заблокировали пользователя. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас возникают какие-то вопросы, прошу писать их в комментариях.